Друзья, всем добрый вечер. Мы продолжаем показывать уловы наших рыбаков, которые сегодня присутствовали на водоеме. Сейчас у нас на выходе Алексей. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Днем нам никак не удавалось сегодня побеседовать. Мы занимались своими делами, а Алексей вот занимался ловлей форели. И поймал он у нас 15 килограмм, 150 грамм. И количеством тоже столько же, да? Да, 15 штук. 15 штук. Алексей, чуть в сторонку, у вас отсвечу. Вот так вот, да, будем сейчас мы с вами. Алексей, пожалуйста, расскажите, как проходила рыбалка, на что ловили, что предпочитает форель сегодня? Ловилось практически все на магот белый. Ну, второй половине дня решил доширак попробовать. Тоже белый, все, вот где-то штучек, наверное, 6 на доширак были пойманы. Угу. И во второй половине дня клев стих, да. Так, с утра было очень активно. То есть море поклевок нереализованных. Штуки 3, наверное, схода. Все остальное вот на столе. Как у вас все актив? Да, актив. Все актив. Угу. А по глубинам, как вы заметили, где рыба? Верхний слой. От 30 до 50 сантиметров от верха. От поверхности. Да, поверхности. Все понял. Ну, я считаю, достаточно прекраснейший улов форели. Замечательный. Поздравляю. Да, рыбалка абсолютно доволен. Приезжаю время от времени. Сегодня все супер. Спасибо большое. Вам спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания.